Всем доброго времени суток, с вами Алиса Нарос, мы продолжаем проходить «Не говори с незнакомкой», пытаемся найти другие варианты решения нашей с ней проблемы. Она пытается меня убить, а я пытаюсь выжить. Посмотрим, что у нас из этого в конце концов выйдет. Ладно, значит, мы уже поподыхали много раз. Я думаю, можно попробовать начать с чего-то нового, с чего-то необычного. Попробуем, давайте с ней вот... Она говорит «хай», а мы давайте поржем, типа «лол». Я не знаю, если честно, что нужно сделать, чтобы она перестала меня... Да, что смешного-то? Не знаю. Просто я веселый дурак, возможно. Хочешь поиграть в кнопочки? Конечно, хочу. Как не поиграть в кнопочки? Пригласи меня. Хорошо, давайте попробуем Versus Mod с ней вместе, но попробуем как-нибудь не обыграть ее в любом случае, а попробуем... сделать какие-то одинаковые, короче говоря. То есть одинаковое количество. Там у нее что-то типа 13 каждый раз набирается. Попробуем сделать одинаковые. Посмотрим, что будет, если будет ничья. Так. Ага, у нас ничья. О, одинаковый! У нас одинаковый результат! Замечательно! Потрясающе! Давай еще раз... говорит, камон, давай еще раз попробуем. Да, конечно, давай попробуем. Пригласи меня. Хорошо. Дадим ей выиграть в этот раз. Проигрывать... нужно ей проигрывать. Мы не должны выигрывать. Мы просираем иначе. Люси, давай... Я не знаю, кстати, может, она сейчас понатыкает сколько-то там. Не будем спешить, будем делать по чуть-чуть, как бы она там... Она вообще, наверное, видимо, какой-то призрак, что, возможно, очевидно. Но почему она пристала именно к нам, неизвестно. Главное — не совершать ошибок. Все, сейчас она должна выиграть. О, это было забавно. Мы должны попробовать еще раз это. Вернись. Прикольно. Говорит, попробуем еще раз как-нибудь. Да, прикольно. Опять, да? Мне интересно. Опять начинается. Главное не делать ошибок. Как звучит твой голос? Прекрасно звучит твой голос. Я тебе отвечаю. Давай позвоню тебе, хорошо. Попробуем потом некоторые другие исходы. Например, сказать, что телефон сдох или еще что-то. Не знаю, если честно, как это все работает, просто здесь миллиард концовок, и я сейчас записываю просто вторую серию сразу после первой, соответственно, я не вижу ваших комментариев и не знаю, что вы там советовали в предыдущей серии, но интересно и классно, когда пробуешь все с нуля сам. Так, больше у нас ничего вроде не тыкается, да? Хорошо. Возможно, какой-то из этих номеров подойдет, которых у меня тут миллиард на бумажке. Сейчас посмотрим и посмотрим. Или просто запишем. Давай быстрее восстанавливайся, комп, пожалуйста. Быстрее. 713, 713, 143, 46. Звони мне. 713, 14, 3, 46. Вроде все верно. Сейчас мы опять поговорим с пустотой немножечко, и, возможно, что-то будет классное. Надо, короче, просто не играть в эту игру, когда она просит, потому что... Когда мы подыхаем, она... Опа. Воу! Меня убило! За что? Почему? Потому что это вначале была ничья. Сейчас сложно как-то, да? Я не знаю, с чего бы нам начать разговор. Как-то, возможно, надо аккуратно это сделать. Надо начать с того, что она милашка, наверное. Попробуем по этой ветке пойти. Давай, ты милашка. Привет, милашка. Как дела? А ты как? Попробуем новые ответвления сюжета. Я просто девушка. Она так раньше не писала. Хочешь поиграть в кнопочки? Хочу. Пригласи меня.
Ну, это как-то одно и то же опять. Ну, я не знаю, как бы, возможно, сейчас мы нащупаем, что можно сделать. Главное, я так поняла, что ничья приводит к моей смерти. Поэтому не будем экспериментировать. Натыкаем сразу вот столько и подождем. Мне кажется, если совсем ничего не нажимать, то будет только хуже, потому что если в итоге мы будем совсем днище, как бы, то будет, ну, не очень хорошо, как бы, что понятно. Просто вот так пусть будет. 16 у меня пусть будет, а у нее вот 18. Все. Это было весело. Мы должны попробовать это как-нибудь еще раз. Хорошо, попробуем. Только не убивай меня, пожалуйста. Опять позвони мне, да? Я вообще не отвечала. Интересно, она меня сразу грохнет, если я не отвечу. Она просто все знает. Я даже не могу соврать ей, что у меня телефон не работает, потому что она знает, что он работает, понимаете? 7, 1, 3, 1, 4, 5, 8, 5, 7. 7, 1, 3, 1, 4, 5, 8, 5, 7. Как бы... Если мы будем над ней угорать, мы сразу сдохнем, я так полагаю. Если ее игнорировать, то мы помрем моментально. Соответственно, нам не нужно это делать. Это плохая идея. Что делать, чтобы добиться других концовок, я не знаю. Пока сейчас вроде все было хорошо. Вот. Появились странные вот эти стрёмные звуки. Так? Это типа норм, да? Сейчас она должна мне ответить в чатике. Отлично. Так. Какие-то у тебя хобби есть? Изучай Блейд. Я не знаю, что это. О, ты стрёмный. Приятно познакомиться. Мы знакомы? Мы встречались. О, Господи, я помню тебя. Правда? Когда мы виделись? Вечеринка. Я не за никого чада. Зачем ты врешь мне? Да я не вру тебе! Я просто не помню, может, я был пьян. Что тебе нравится? Что тебе нравится, а? Уродина, что-то там. Что-то, какие-то слова. Что она пишет, я не понимаю. Вот, что? Полотенце мне нравится. Я люблю полотенце. Что-то там, грейпс, это что-то там. Кат, она говорит. Порезать. Кат. Люси покинула чат. Я не догнала вообще, что сейчас произошло, как бы. Что-то опять было не так. Я не знаю, что. Короче, не надо врать, потому что, видимо, мы с ней познакомились не там где-то. Так, давай включим свет и попробуем еще раз. Так, в этот раз попробуем опять с Хай начать. Так. Мы должны понять, кто она. Мы знакомы? А где конкретно мы виделись? Мне кажется, это ее обидит. Неважно. Я хочу поиграть с тобой. Угу. Опять сейчас она попросит позвонить ей. Окей, идем по протоптанной дорожке, так сказать. Она вроде говорит, что мы знакомы, но при этом она обо мне, я так поняла, вообще ничего не знает. Может быть, как бы мы с ней все-таки не знакомы, но мне кажется, там было что-то вроде порезать, уродина какие-то слова написала. С чем-то связано, непонятно. Как бы мы, походу, ее чем-то обидели очень сильно. Ну? Вот, все в порядке, да? Надо газ остановить. Сейчас она мне напишет, надо пойти газ отключить. Вода? Какая-то вода, я не понимаю. С чем-то связано?
Ай-яй, ай-яй. А, все нормально, она просто сейчас ко мне подойдет. Просто подойдет. Все-все-все. Так, здесь хобби. Да нет, вообще-то. Ты, наверное, скучный. Да еб твою мать. С чего начать? Как же мне так ей... Надо, короче, подумать, понимаете, что-то мы делаем не так. Привет, привет, красавец. Давай начнем с этого. Как дела? Я если скажу не твое дело, она мне сразу кохнет, да? Не твое дело. Это было не очень мило. Прости. Ты странный. Я думаю, что ты мне все равно нравишься. Окей. Ей нравятся, видимо, странные ребята. Хочешь поиграть в кнопочки? А если я скажу, что... Возможно, да, давайте, я не знаю. Не знаю, как это будет работать. Посмотрим. Короче, как бы я вижу уже немного другие развития событий. Мне кажется, это же что-то должно повлиять. Но непонятно на что. Соответственно, выигрывать ее нам точно не надо. Она обижается и... Все, она больше с нами не разговаривает. Вот, так что посмотрим, что сейчас будет. Наверное, она сейчас опять захочет поговорить с вами по телефону, или я не знаю. Как бы, знаете, вроде типа интересно, а с другой стороны, самое бесячее здесь — это звонить по телефону, потому что это отнимает минут 5 твоего времени, блин. Нормально? Было забавно. Мы должны попробовать это как-то в другой раз. Конечно. И опять позвони. Тик-так. Она написала тик-так. Что значит тик-так? Тик-так, вы видели, она удаляет. Как звучит твой голос? Можешь мне позвонить? Рестартаем комп. Включаем. И что это за хренотень? О, и она меня убивает. Окей. Окей, понятно, значит, это не вариант, да? Хорошо, соответственно, как только эта фиговинка черная появляется, видимо, мне уже к комбу не вернуться, да? Можно начать с... Привет. Она спрашивает. Ты, возможно, имела в виду встретиться, а не мясо? Типа, ты думаешь, такой умный? Извини, может... А, ты, наверное, шутник. Я говорю, извини, я просто сонный, поэтому шучу так. И я тоже сонная. Поиграем в кнопочки. Не хочу играть в кнопочки. Газ протекает. Чё? Газ отруби. Со мной все в порядке. Я беспокоюсь. Да все нормально, детка. Все прекрасно со мной. Ты милый. Новое развитие событий какое-то. А, опять позвонить, да? Опять началось, а? Ну хорошо, давай я тебе позвоню. Надо новую бумажку, короче, уже. Потому что что-то я не знаю. Если честно, каждый раз все по-разному. И непонятно, что на что влияет. Но вот сейчас, например, все было немного по-другому. Заметили? Немного по-другому изменились наши события. Компьютер перезагружается. То есть, короче говоря, нельзя... Нельзя что? Нельзя... Говорить ей, что я не хочу с тобой играть, отвали от меня. Нельзя ругаться с ней. И нельзя не разговаривать, наверное, с ней. Но я еще не пробовала, что сказать. Если сказать, что мой телефон не работает, наверняка она запалит. Поэтому, ну, как бы это не сработает в любом случае. Так, номер 713-143-630.
Так, ну погнали. 7-1-3. 1-4-3-6-3-0. Я звоню тебе. Опять газ. Слышите? И я слышу. Нам нужно пробовать все развития событий, чтобы понять вообще, как достичь концовки, когда я не подыхаю. Все ок. Слышала, там поезд. То там поезд, то там вода вообще. Опа, опять я ничего не могу сделать. Но она меня не пришла убивать, это очевидно. Она меня просто целует зачем-то в шею. Так, какие у тебя хобби? Я играю в видеоигры. Твоя любимая игра. River Raid. Просто, господи, тут же сдохли. Тут же просто вообще. Я иду просто по проторенной дорожке, поэтому, если честно, буду вам, наверное, показывать, когда что-то интересное хотя бы будет. Это было весело. Мне нужно, чтобы она спросила про мои увлечения и про игры. И потом я должна пройти игру. Вот что мне нужно сделать. Когда она говорит, ты прошел игру? Я говорю, да. И я должен тогда пройти игру. Вот как персонаж. И если я ее пройду, то все будет, видимо, нормально. Я не знаю. Позвонишь мне? Ну, конечно, позвоню. Видимо, другого варианта у меня все равно нет. Что-то эта девушка, что-то мы с ней сделали. Вот, что, я не знаю. Каждый раз, когда мы выходим, например, вот тут из всех опций можно подрыхнуть. Немножко. А теперь можно встать. Я не понимаю, на что это влияет, но, возможно, на что-то да влияет. Может, просто попробовать вообще опять. Комп сломался. Хорошо. Так, 7, 1, 3, 1, 4, 3, 8, 6, 4. Хорошо, 7, 1, 3, 1, 4, 3, 8, 6, 4. Прекрасно, сейчас нас спросят про хобби. Мы говорим, что мы рубимся, называем игру с этими врагами и пытаемся победить. Потому что потом она говорит, о, прикольно. И она, видимо, сказала, хочешь послушать, как я играю? И что-то пошло, видимо, не так, и я потому что не успел ей ответить. Или типа того произошло. Тогда я не знаю, по какой причине тогда сдохли, но должна быть причина. Она всегда есть. Пиши мне сообщение, ну. Мне кажется, я ее сбила в реку. Ее выкинула. Все, пойдем. Ну, привет. Есть хобби. Играю в видеоигры. Моя любимая это... Вот это. Так, она сложная. Я... Угу. Все то же самое. Покажи мне, как ты играешь. Начинай игру. Ладно, давайте попробуем пройти эту игрушку. Вдруг это действительно поможет мне. Так. Дальше погнали. Так. И всех я победю, победю, победю. О, да, я тот еще задрот. Она меня не собирается кокать? Вроде нет. Хорошо. Она просто меня поцелует. А, проиграла.
Так и долго, пока нас она не заговорит, да, я так понимаю? Типа, смотри, как это делается, а сама не могу ничего... А, сама просираю. Слушай, чувиха, ну я не знаю, я не могу играть в это вечно. Я уже под это... Поднадоела мне чуть-чуть. О-о, сейчас она меня кокнет. Ага. Что же с тобой сделать-то? Как я вызвала тогда разговор о том, что, типа, какой твой любимый цвет? Я не помню как. Nice to meet you. Я написала тогда same. Так. И я с ней поговорю. Я просто пытаюсь вызвать опять вот этот вот диалог про цвет. Я не помню, как я это тогда делала. Так, хорошо. Хорошо, давайте попробуем позвонить, и, возможно, у нас этот раз получится нормально. Может быть и нет. Опачки. Ты видишь, опять она приползла. Это как-то с чем-то связано. Мне кажется, из-за того, что у меня... Вот свет я только сейчас включила, это фиговина, и поползла оттуда. Был бы у меня заранее включен свет, возможно, этого бы и не было. Мне кажется, сейчас ничего не получится. Шесть, один, три. Но вдруг мы все равно одно и то же пробуем. Так. 7-1-3-1-4-4-7. Вау! Это новый способ убийства, ясно. Интересно. Мы только делаем, что ищем увлекательные способы подохнуть. Но... О, смотри-ка ты. Так, но я беспокоюсь о тебе. Я вот поржала над ней, типа, подколола ее. Она, и как бы она написала, но я беспокоюсь о тебе. Я написала... Что? Что? You cared about me. А, то есть ты заботился обо мне. Я не очень понимаю сочетание. А, спасибо, наверное, опять же. Какое-то новое развитие. Что? Давайте вас спросим. Ты беспокоишься обо мне? Что-то там. Я вижу тебя. Мы встречались. А... И где конкретно? Она пишет сейчас. Неважно. И убьет меня, наверное. Я хочу поиграть с тобой. И опять сейчас она будет звонить мне, да? Ну, просить точнее. Я не понимаю, какие-то разные исходы событий. Проблема в том, что я... Опа, ответь. Так. Надо было... Слушайте, короче, надо всегда включать свет. Вот что надо делать. Всегда включать свет, чтобы эта черная фигня не вылезала из компа. Это точно. Это 100%. Это я уже заметила. Это, правда, единственное, что я успела тут заметить. Ну, то есть, смотрите, я сейчас иду, бегу к компу, и меня убивают. Хорошо. Ага. Если будем не подыхать, возможно, все будет нормально. Но я не факт, что не сдохну, понимаете? Просто она потом больше не пишет мне ничего. То есть она просто пропадает в какой-то момент, и все. Ага, и вот так. По-моему, ей скучно стало. Просто она со мной больше не разговаривает. Ага, хочешь послушать, как я играю? Хочу. Tune it now. Too late. Что нужно было сделать-то я?
я не догоняю вообще, короче. Ладно, слушайте, игра, конечно, классная, но я вообще не понимаю, что происходит. И, возможно, у вас есть какие-то идеи, как вызвать другое какое-то развитие событий, потому что я не знаю, что хочет от меня игра. Пишите, что думаете об этом в комментариях, советуйте. Учту все ваши советы, потому что как раз вторая серия, это будет последняя, которую я за этот день записала. Соответственно, я учту все ваши пожелания. Ну, а с вами была Алисон Роуз, это было «Не говори с незнакомкой». Пока.